Господа, маленькая подробность техническая. Все это многообразие музыки сочинено всего на 12 нотах. Эти 12 нот истыканы все композиторскими пальчиками за 4 века уже до последнего. И все же ухитряются некоторые люди из этого что-то новое выжать. А если представить, что на гитаре всего 6 струн, так этот процесс извлечения нового становится еще более сложным и непонятным. Хотим представить вам гитариста-виртуоза Энвера Измайлова. Родился в Фергане, живет в Крыму, заслуженный артист Украинской ССР. А, ничего себе! Великий, ну, я так привык. Великий экспериментатор, соединяющий джаз, рок и этническую музыку Балкан и Ближнего Востока. Признаюсь вам, друзья, увидела и услышала я этого замечательного виртуоза совершенно недавно, 3-4 года назад. Я была и обалдела, и с тех пор DVD с его выступлением, именно DVD, потому что это нужно не только слышать, но и видеть. Я вам завидую, если вы это делаете впервые. Вы так же обалдеете, как и я несколько лет назад. Так вот, этот DVD занимает достойное и весьма востребованное место в моей фонотеке. Встречайте! Энвер Измайлов. Исамасыз, кадрлы достлар, байрам мубарек болсун. Сау болуңуз. Казань!
Казань!